Сейчас времена самого прогрессивного Папы Римского. Франциск на днях обзавелся аккаунтом в Инстаграме, а у него уже полтора миллиона подписчиков, четыре фоточки и даже один видос. Пока что это молитвы и вот эта странная штука, но было бы очень круто, если бы он выкладывал какие-нибудь монтажные видосики типа вот этого. Жаль, что этот был понарошку. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами с, вами, с вами по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. А если вы вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую категорию неновостного котелка. На сайте Европейского космического агентства выложили фоточки миссии ExoMars, которая стартовала на прошлой неделе и держит путь на Марс. Кстати, средняя скорость полета 30 км в час. А еще на прошлой неделе девушка из Австралии Ева Кларк установила рекорд Гиннесса по количеству подтягиваний женщины за 24 часа. В процессе она заодно побила Два рекорда по количеству подтягиваний за час и за 12 часов. Ну, сколько вы думаете? А? А? 100? 500? Тысячу? Две? За сутки Ева потянулась 3737 раз, а рекорды, которые она побила, были 725 раз за час и 2740 за 12 часов. Больше половины она захрячила в первые 12 часов. Честно говоря, я даже не знала, что есть такие рекорды с такими цифрами, но ну, почти 4000 раз. Вот же у нее, наверное, плечи болели на следующий день. Это не первые рекорд Евы. До этого она уже ставила 6 других рекордов Гиннесса. Например, количество отжиманий на кулаках женщины в минуту. 70. То есть больше раза в секунду. Кстати, рекорд по количеству отжиманий на кулаках за 24 часа она тоже побила. Ее рекорд 9241, и за первый час она отжалась 1206 раз. То есть она вообще машина, это Ева. Кстати, она весьма известна в мире фитнеса, и ее карьера в этой сфере началась в 1998 году, когда она пошла в австралийскую армию. Знаете, я бы не хотела повздорить с такой дамой. Она очень крутая и молодец, уважуха все дела. А в Китае закончили с полным исследованием древних дамп о которых стало известно еще в 1990 году, но полноценно их изучили вот сейчас. Археологи нашли 11 дамп на территории, площадь которой около сотни квадратных километров. Длина сохранившейся плотины 6,5 километров, а обнаружили дамбы на влажном южном берегу реки Янзы. Для чего древним китайцам была нужна такая разветвленная система дамб, никто точно сказать не берется, но археологи предполагают, что плотины могли использоваться для предотвращения наводнений. Ранее в Египте и Месопотамии были обнаружены древние дамбы, которым было около 4000 лет и которые были нужны для орошения засушливых территорий. Но находка в Китае еще древнее. Они были построены от 4700 лет до 5100 лет назад. Так что теперь это самые древние из известных науки плотины. А в США на гавайском полигоне протестировали прототип будущего устройства, который мог бы соорудить взлет на посадочную площадку на Луне, например, или на Марсе. Робот Хилилани расчистил площадку в 9,3 квадратных метра и уложил на ней одну к одной 100 плиток. Управляли роботом из Центра космических полетов имени Кеннеди во Флориде, и чтобы имитировать космические расстояния, сигналы искусственно задерживались. Вообще хотят, чтобы Хелилани не просто строил огнеупорные площадки, но еще и пользовался при этом подручными материалами с поверхности чтобы не надо было транспортировать материалы с земли. Кстати говоря, робота будут снимать шестого терминатора, и главную роль в нем сыграет Арнольд Шварценеггер. Меня достаточно развлек пятый терминатор. Там они, кстати, заодно как бы объяснили, почему терминатор выглядит несколько старше, чем 30 лет назад. Но в конце Арни же как бы пропачился и проапдейтился, так что что они теперь будут с ним делать, немножко непонятно. Существует в мире такое мнение, что вообще, конечно, могли бы здесь остановиться, но это можно сказать не про одну франшизу, на не бодрствующую. Ваши мысли? На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Если вам вам понравилось видео, ставьте лайк и не забудьте поделиться этим выпуском со своими друзьями. Подписывайтесь на канал Не Новости вот здесь, а на Не Новости меня в социальных сетях вот по вот этим вот замечательным ссылочкам. Те, кому не хватит, есть еще и ссылочки в описании. Спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект, а поддержать Не Новости можно по вот этой вот ссылочке. Пока! Гробницы Тутанхамона просканировали, как и собирались, о чем я рассказывала вот тут. Благодаря этому обнаружили, что с вероятностью в 90% заодно... Здравствуйте, все те, кто смотрит нас сейчас на Твиче, и те, кто потом будут смотреть нас на Ютубе, тоже здравствуйте. У меня собиралось здесь...